Всем привет, дорогие друзья, с вами Лемон, вы находитесь на канале Гарри Смотрис Группы. Сегодня небольшое объявление. Сегодня я хочу просто поинтересоваться у вас, понравится ли вам данный формат видеороликов. Я сегодня решил не монтировать, а просто залить готовый летсплей без вырезания скримеров, скучных моментов, чтобы вы полностью прочувствовали геймплей данной карты. Ну, или нашу тупизну. Приятного просмотра. На канале Гарри Смотрис Групп, сегодня у нас, значит, обзор на хоррор-карту. Как вы поняли, сегодня у нас месяц, мы снимаем видео, по крайней мере, постараемся, потому что у нас появилось очень много свободного времени. Ну как у нас, у меня и у некоторых моих коллег. У меня. Ну, да. Поэтому сейчас стараемся записывать как можно больше материалов, а еще потом его монтировать. А, так вот, сегодня у нас Гарри Смотрис, хоррор-карта The Prison, если я не ошибаюсь. Вот будет на экране название. Это Last Kingdom Mansion D. А, ну да. Так, мы по всем законам ко... Хера себе, а куда? Фибель Кабл Презент. The Last Signal Mansion. Sorry for my bad England. I sold my wife for internet connection. Hello, my name is Andrei. And I introduce to you. Yo, водка. Ты чё, пионер-лагерь совёнок? А, не, показалось. Артёмка уже поскакал. Артём, подожди. Ну да, когда про совёнок услышал, тут уже поскакал на крыльях любви. Когда цыганёнок услышал, что в замке запрятано. Вот там толкаш какой-то валяется. Где? Вот он. Когда цыганёнок услышал, что... Ой, ты его пристрелил? И золотые зубы у него украл. Артём. Нет. Блядь, пистолет нельзя взять. Ой! Ёп! Это кто хрюкнул? Признавайте. Fuck the key has broken. Дебил. А это чё? I need to а вы где? Find another. А? А вы где? В смысле? Мы возле дверей. А ты куда делся, ёпку? А! Ну всё, идёмте. Я охерел. А можно, да? Ну ладно, все, идемте. Тут шкафы, короче, все. Пойдемте. Там невидимая стена. Направо. Так, что-то слишком. Трики, ты где, ты дебила, кусок? Вот все, пойдемте туда, там это, хор. Детский. Ёпта. Курва, мать, не пугай так больше. Холера ясно. Погоди, стой. Блин, на свечиц не работает. Ой, все, иди в срак со своими свечиц. Все, идем. Вперед. Окей, let's go. А вы знаете? Нет, это очень подло. Это очень подло использовать ПНГ скримеры. Это очень подло. Понимаете, я и не напугался, но я дернулся, как не знамо кто, как кот от пылесоса. The door has virus, maybe. The door has virus. Ага, hello, your computer has virus. А если я еще раз открою. Курва. А тут? Курва. Тут ничего нету. Ну я не дернулся, ебать, заорал, что бешено. Я услышал. А это Артём тут бегает. Я подумал, ты крыса какая-то. Тебе тут больше надо спать. Блять! Пацаны, знаете, это, короче, Team Deathmatch. И помните все изображения с унитазами, типа дуэль, обучение. Это типа Team Deathmatch. Посмотрите на Артёма. Сидит, не, ну сральники зачетны, только зачем одинокому холостяку столько сральников в замке, я не знаю. Погнали. Там еще проход есть. Ну, ебать, шлейф говна на стене. Ага, после себя остался, когда я эту ПНГшку увидел. Это что? Ебать, кухня! Агузок, это ты насрал? Агузок, нет, они убили Агузка! Директора убили, веселимся. Админ сдох, кайфуем. У меня кастрюля гнида. Я нашел Глеба. Где? Не, там был бы бегмак. Ну а. Я ему сейчас сковородкой поебу, как тресну. Поебал, на нахуй. О, бабы. Ладно, все, идемте, мы вооружены и опасны. Ой-ой. Выходи, гнида. Откуда? А тут на столе валялось, я просто дебил, ни хрена не понимаю. Там арбуз покатился!
Пацаны, а почему арбуз черный? Че с текстурками арбуза? Потому что, знаешь, это, как говорится, черные работают лучше. Да и вкуснее. А ты можешь мне монтировку бросить? Не могу. Тебе зачем? Ебать, рыба! А вы где, народ? А, вот вы. The Killer Fish from... Сан-Диего. Сан-Диего, да. Hey, give me a drink, partner. The Killer Fish from Сан-Диего. Куда? А, блядь, ты можешь сейчас шкафы сломать. Ну. А, да, точняк. А где стоит тут еще одна? Блядь, она открылась, Богдан. Ну давай ты вперед, ты клоун. А где вы? Ибо туалетка! Нам живет. Она понадобится. Чернее! Чернее. А сюда нельзя влезть. Я сейчас влетел с двух ног. Давай, иди быстрее. Черня. Чурка. Черня. Черня. Там мне поебать. Окей, let's go. И ты свалил первым. А, не, я первым. Можешь вот эти доски сломать? Чё сломать? А ты можешь сломать вентиляцию? Нет, я пытался. Вообще, по идее, шкафы должен ломать. Разбить пути. Погнали, ебать, шкафы ломать. О! Они ломаются. Богдан. Ну чё, на втором этаже, да? Да, мы сейчас на второй этаж пойдем. Я на втором этаже уже. Ну ты прокурист. Да, прокурщик. Ты только Артёма не убей. Так тут нельзя убить. Убить Артёма. Бля, ну этого я не хочу. Чернее. А чё ты там увидел? Что я слышу, детские эти. Ну тут эта бабёха заржала. Чернее. Давай. Рики. Сука, пошли в лоб. Надо бы... А знаешь, почему ты подорвался? Что надо... Да, потому что надо обустраивать артподготовку перед штурмом. Чурня. Я видел, но зовут Рики страдает за грехи всех. За грехи, за них. Ебать, зеркало, ебать. Нахера ебать зеркало? Дробовик? Жаль, жаль. Пидоры. Ебать, стул! Чурня. Чернее. Блядь. Окей, let's go. Следующий раз. Let's go. Блядь, тут проход. Могу. Данилка, чернее. Ты иди. Со чернее. Всех ног. А, блядь, тут туалет. О, опять Team Death Match. Так вот тут еще это босс. А, не, это не босс, это, короче, этот. И тут спектаторы, тут спектаторы будут сидеть. Killer Fish. From San Diego. Да, ви, против нее. Черня. Давайте я. Я тебя съем, говна кусок. Давай опять. Черня. Окей, let's go. Ты захрил. Кто ржет, ща по сраке додаю. Мне монтировка. Я могу ее в ванну засунуть и прокрутить. Только, наверное, нет. Окей, давайте я. Такой. Пианино. О, пинг в Ангелиона. Там вроде такой опенинг был. Молчать. Не порти шедевр. Что теперь делать? Все расследовали, тут вы поймали только одну ПНГшку. Ну все. Официальная карта пройдена. Да не, можно все так просто. Да херня. Не верю. А ты поверь. Слетаю. Богдан! Богдан, иди сюда. Богдан, иди в красную комнату. Блин, тут все красное, дебил. Там где пианино стоит, там где ты заставку Евангелиона играл. No. Вот, видите, ебать умный нахуй, там за зеркалом этим ебаным кнопка. В смысле, это, блядь, типа на это, на Обаму? Я а, вот опять вентиляция какая-то.
О! Блядь! Это же Killer Fish from San Diego! Вот они три, блядь, идиоты попали в ебать заброшенный дом. Если бы, блядь, попадем в заброшенный дом, то тут, походу, Данилка первым скуксится. Ну или я, потому что ржу, как гиена. Чурни. Чурни. Ладно, давайте я. А куда идти? Да похуй. Ладно. Kill a fish from San Diego. Go Чурни. To Чурни. Вперед! Джон Сина! Чурни. Чурни. Джон Ксена. А, ладно. Джон Ксерокс. Закрыто. Курва. Да открывайте, блядь. Новый год, блядь. Открывай, блядь. А вы куда убежали? Вы куда убежали? Евреи, вы куда убежали? Я застрял в то... А вот. Иди ты тут рычаг нашел. Тут кто-то пердел. Пердели со строчелой. Блядь. Где ты тут вообще рычаг нашел? Стойте, давайте на первый этаж спустимся, может там что-то. Ёбаный твой рот, блядь. А вы куда опять съебались? Ёб твою мать. Я больше, блядь, от вас уходить, блядь, не на миллиметр. На первый этаж. Блядь. Черне. Черне. Блядь. Черне. Давай опять ебани этого Джеффа. Чтоб мы тут охуели, блядь. Чурния! Чурния! Ну давай, давай, давай! Иди же, я первый сказал, придурок! Нет, я первее. Бодя первее сказал Артём, поэтому давай. Это ощущение для хорошего секса. Походу с нашими ушами, но это Чурния, ладно. Дальше. Чурния! Там... Да хватит не закрывать! Пердёжник! Чурния! Да, Чурния! Артём как не сказал! Я сказал, придурок! Блядь, ты первый должен. Чё, Данилка, тут один только выход. Иди первый. Ты последний. Я открыл дверь, нет. Поэтому я тут это не играю. Давайте решать. Раз, один, два. Я один из самых первых вообще-то сказал. Нет. Так блин, ну а... Пацаны тут комбайна грохнули. Блядь, кто дабстеп запустил? Только не Скриликс. Чурния. Чурния. Вот он. Давай, иди, иди. Чурния. А то слишком, блядь, громко. Бля, нет, радио есть. Радио шансон. Блядь, тут обои. Радио деда есть. Я с ним буду бегать. По данжер, сейчас на нас выпадет этот данжен мастер. Да, Чурне. Чурне. Ну, идите нахер. Радио Шансон! Радио Шансон! Ну я поймал скример, я доволен. Я блин, ты поймал, он нам показал тоже. Поэтому тут уже первый, не важно, все подохнут. О, пацаны, это, короче, когда первый раз у дантиста был. Вот уже так все и казалось. Кстати, да. Ну так и есть, будь. А тут это нельзя. А, это аккумуляторы можно нахуй? Погодите, возьмите аккумулятор. Блять, нахуй ты дверь. Пусть два ебаната. Три. Ну типа. А, вот и скин. Мужик, ты чего? Мужик. Кстати, там тоже дверь есть. Погнали это. Блять, это гараж. Погоди. Может это для машины нужны аккумуляторы? Блять, не в ту машину, сука, пихаешь, долбоёб. Меня, блядь, дед учил широкую, блядь, на широкую, сука, блядь, дай мне гаечный ключ на 13. Блять, как меня дед учил? Так, главное, чтобы не ебануло током, остальное уже дело десятое. Вроде бы меня током еще не ебануло, и машина вроде еще не заводится. Мне как... Так выглядит, как будто в машину пытаешься проникнуть. Вот почему комбайны лежат так, вот как будто вот, понимаешь, и просто такие шли, спиной упали. Комбайн флип. Мне нравится, что эта розетка светится в темноте. Реально. А мне еще нравится, что если выключить фонарь, то это говно будет светиться. Блять, Богдан, тут есть гаечные ключи. А где? Иди сюда. Ключ на 13, срочно.
Тут ключи всех размеров. Блин, они не поднимаются. Меня где-то обманывают. Держусь. Ключ! Ура! Ебланы, тут. А, не, не тут. Ну, готовы ловить опять скримеры, потому что я подобрал жирня. Там нехер стоит. Давай, дай ему. Давай, давай, Артём, к своему ебланку. Ладно, братан. Бля, бля, бля. Травят еврея! Травят еврея газом! Богдан! Скидал, сука! Я тебя сейчас грохну! Блядь! Вот тебе хорошо, вот так вот, мы поддержим тебя вот так вот, чтобы у тебя тоже 57 хп было. Да тут, блядь, вентиляция, долбоёб, её сломать нужно. Блядь, Артём, долбоёб! Да дай! Травиться гангазом. Травись, пидор. Вот как я отравляю мышей. Да вы, блядь, отпустите. Сколько хп? Мне бляди. Вы бляди, ещё те. У меня 33 хп. Да выпусти его. Выйди из двери. Да, 20 хп. Чего? Сломай там вентиляцию. Пацаны полезли. Ой, блядь, чурния. Чурния. Давай, давай. Я все равно ухпашный, мне пофиг. Рун, куда? Да. Еще звуки такие, как будто там батя на туалете сидит. Прям мучается. Запор мучает бедолагу. Убегай! Я подох, как лох. О! Здравствуйте, не подскажете, где купить кебабы? You escaped for now. Одна жизнь, блядь. И сейчас такой бабах. One kebab, please. Эй! Are you here? One kebab, please. Блядь, to be continued. One kebab, please. I need kebab. No kebab. You understand? I need kebab. Карта закончилась. А, ну тогда пускаем новую. Поскольку прошлая карта оказалась чересчур короткая, я решил, что на этот выпуск можно и за не пожалеть все три части данной хоррор-карты. Как вы видите, мои подопытные очень счастливы, постояли, остались очень впечатлениях после прошлой карты, особенно знать, когда Нилка орал. Let's go! Ты такую кнопку нажал? А, нас сбила тачка. Что у нас тогда звуки, как будто мы сейчас едем? Мы сейчас взорвемся? Форсаж 3, блядь. Москвич! Fuck my arm is bleeding. My arm is bleeding. I need for find help. Только вместо хелпа мы найдем походу пару ЖПГ страшных картинок, которую там он, не знаю, находил на сайте страшной картинки. То есть скажи пех. А, белый туман, белый туман. А, о, сиреноголовый. Это же сиреноголовый. Не актуалочка, не актуалочка. Ждем продолжения про Хагиваги. Желательно про красного. Мой любимый цвет. А, нет, зеленый мой любимый. Момоголовый лучше вообще-то. Момоголовый? Блядь, да. Один дом круче другого. Ебать, сральник! Мой любимый, какашечка. О, пацаны, у нас бомж в чердаке скончался. Посмотрите, бомж скончался. Маркус, who did it with you? It's my домашний бомж, who killed him? Мне послышалось, скачался, блядь, я охуел. Скачался. Такой накачался, массу набрал. У нас бомж накачался. Чернее, ладно. Данил, твоё очередь. Где вы? Где мы? Куда мы? Я типа так нам это, говорят, типа, ну поиграл в хоррор-карт через смотри это, Жо-Жо. Это вроде не похоже на шестую часть Жо-Жо. Артём, ты же материально!
Так шестую часть мы... без макияжа! Богдан! Богдан! Что? Она улетела! Ну что-то я в ту комнату не горю желанием. Она за тоже, Артём, иди. Она за теми синими дверями, я их помечу сейчас. Фурния, иди. Фурния. Вы издеваетесь? Вы хотите, чтобы я от инсульта помер? Так вот, я уже. Где? Блять! Я там устоять остался, как бомж на районе. Момоголовый. Почему Момоголовый? Кстати, я тебе по сраке достучу за этой собаки. А что, что? Да? Мне просто интересно, ты что за дабстеп стремится? Черния. Бабка, убегаем. Блять! Блять, вы где? Микрофон насрамши. Так херню ты не тпхаешься, как мы, нормальные порядочные люди. Бабка! Блять! Бабка Греня! Бабка злая, бабка... Давайте бабку преследовать. Давайте бабку преследовать. Бабка, как вы относитесь к пенсионной реформе? Блять. Подъезд зашла. Хуя себе подъезд, блядь. Ну, у нас в России все подъезды, блядь. Понял. Это лабиринт. На приеме у дантиста. Вселенная, где дантист, решил быть не страшным. Такой... Блядь, а тут страшно, слушай. Мы вернулись вроде бы. Не? Не, внутри да, нет блядь. Никаких смесителей, пистолетов, дробовиков. Мы вернулись. Нахуя пацаны, мы тогда... А, вот оно. Стоп, что? Пацаны, я фокусник, смотрите. Идите ко мне, видите, нету никакой этой... Никакого... Где? Никакой этой коробки, видите? Да. Просто где? Летают. Хоба! Да шучу, я есть. Нет, вот смотри. Хоба исчезла. Хоба появилась. Хоба... Сейчас, исчезла. Появилась. Я не знаю, вам видно или нет, но просто... Шизофрения не значит то, что она у нас... Нам не видно. У нас такое чувство, вроде ты укурышем стал, я не знаю. А почему вроде? А опа, о, Максимы. Ой, их лампи. Каждая своем. Нам нужна монтировка, чтобы проникнуть. Черный ход. Хоу. О, чернее. Погоди, тобой баба идет, о. Бежим нахуй. Которая к пенсионной реформе относится. Да. Блять, если она сейчас. Блять! Я только сижу, думаю, ну это дебил опять прикалывает. Ага, прикольнулся, петербуржец коренной. Чё башкой трясёшь, больной? О, теперь только дай Нюку-то пыхнул. Блять. Идите вперед. У меня сердце... А ты чё, не можешь, говна, кусок? У меня сердце, блять, кусок говна. А может, мы, сейчас, мы взяли ключ, может мы сейчас в подъезд сможем зайти. Вот он, Блэк Джек и шлюхи. Чего? Пацаны, привет. Кто о чем это Данюка освоил? Бабка! Нет, не бабка. Это бабка! Это Shadow Race, это Shadow Race из Доты. Она в столовую. Это Shadow... А я в столовую! Ты спокойным голосом, она в столовую. Пора вставать, Богдан. Блять, куда в стену? Артём, беги! А вы где? Окей, понял. Чё на красный прёшься, Не видишь? Клоун едет. Блять, Артём, долбоём! Сейчас, стойте. Давайте она, короче, выполнит ей бочкой по голове огрею. Богдан, нам надо сюда. Не, я еще бочкой по голове огрею. А вот, блядь, проход наверх, там красная лампочка, мне нравится. Красный мой любимый цвет. Я бочка. Я вооружен. Блядь, я у тебя эту бочку сейчас заберу нахуй. Я так рычат, ты крыл. Пацаны, дробовики.
Блядь, а мы их поднять не можем. Почему поднять не можем? Мы что, дебилы кончат? У меня есть патроны. Если по отдельности кидаться патронами, то, прочим, может быть, есть шанс на успех. Ну, уже успех у одного получился. Богдан, я сильный клоун. Хочу огреть ящиком баб. Стой, где мы? А где эта карга? Вот где! Вон она. Бей ее, бей ее! По шапке на! Нахер! Ща я ее как. А куда? Пранканул! Пранк какашки! Тут дверь открылась, Богдан! О, кнопка! Я взорвусь! А что там было? Кнопка вылезла, блядь, из стены! Ага, я понял. Из мешков с мусором? Она из мешков с мусором вылезла? Да, блядь, хуже. Она вылезла, блядь, с поносом. Миска риса. О, борода тут стекла не было. Пацаны, пошли. Мы обязаны ее огреть стулом. Блядь, она ж отсюда выходит. Ой, бать. Пацаны, я в своей среде обитания, я в дурке. Где ты? Я тоже. Где вы? Я за пускай он нас найдет. Пацаны, а где вы? Я без шуток. Давай мы будем говорить, где мы. Бу, скример. Мне кайфово. На стул! Похер у тебя, да, Богдан? Да. Я в хоррор играю ради удовольствия. Поиграл, блядь, ради. Вас к телефону! Вам Путин звонит. Хочет деньги на тебя перевести. Курва. Путин, блядь. Бомбас в реале. У тебя, короче, бабку к телефону вызвал, это там старая карга реалии. Ну, короче, я пойду искать ключ. Нет, она сюда заходит или не заходит? Мы тут остаемся. О май, вы тут на земле стоите, красота. Ну ладно. Блядь, что ты будешь сидеть? Ты останешься в дурке. А я открою дверь. А в дурке никого, пацаны. Ни ключа, ничего. Кого съели. Я походу один выжил. А, не выжил. Я выжил. Баб, кому мы... Блядь, кому? Кому приснилась старая карга? Тебе. А мне она, блядь, не приснилась. Короче, она явилась тебе во сну. Короче. Короче, влюбилась. Я как зайду, еще как вылезет какая-то рожа страшная, прям как будто у меня на утро 1 января. Или как будто у меня на утро понедельника. Еще хуже. Ты болеешь. Мне и так природа красотой. Пацаны, я иду бить коргу. Ты, блядь, у нас монтиров. Я иду бить коргу. На! А вы куда испарились, два дебила? А я помню, куда надо, пацаны, идемте за мной, идемте за мной. В чем ебашить это? Вентиляцию. Соль, да. Бабка на мне, бабка на мне. Бабка на мне. Не туда. Бабка на моей шее. В другую сторону. Да, эти бабки на мне, эту бабку так, этот корвус на мне, эту бабку так манит. Блин, бабку. Бабки на ветер. Бабки на ветер. Да. Артема ждать будем или мы посрать на него? Да, похер. И чё это, мы типа победили? Что делать? Как мы вообще в тюрьме? Типа мы еще будем смотреть мультики, судя по этому звуку. Да, будем мультики смотреть, мультики. Плохая концовка, в смысле, блядь, плохая. Мы типа сбежали, но бабку с нас нашел. О, пресс. О, блядь, я обернулся, я вижу этого хуя стоящий за мной. Блядь, вы куда? На сцене. На сцене. Это что, у нас картор закончилась? Ну тогда можно делать. Мы решили закончить трилогию самой последней картой. Ну, тут, впрочем, судя по табличке, есть все скри. Отошел от кнопок. Не доверяю сыкунам.
Это кнопка начать? Да, это кнопка начать. Бежит, 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 выдох, хихихи. Бежит, хоп, бежит. Нет, давайте, давайте я же английский чел, позитивный. Фак, вот ты мой суппорт. Опять в каком-то засаленном доме. Интересно, а там есть кончавшийся бомж? А тут уже тот же... Нет, скончавшийся бомж! Подожди, грустно? А. Себе капло приснес. Лена, сигнал. Да. Вот они, копирайты. Вряня! Где мой решейд? Ну куда о. Убежали, алё? Мне эта карта напоминает плохие воспоминания из-за края эфира. Или же в простонародье насрал кефир. Ебать, рыба! А вы рыбов продаете? Колбаса! Я нашел Глеба! Не, вот сарделька это Глеб скорее. О, конь. Кинь. Кого кинь? Сос. Глянь, там соси. Там не дописали о. Соси. О, пацаны, хай. О! Бось. Шо? А то есть конь посередине тебя вообще не смущает, да? Ну я же сказал конь. Ты сказал камера. Я сказал конь. Будь я опасный. Там, ты да не опасный. Привет. А! Где ты, блядь, дробовик нашел? Здесь и зайди в сторону? Не. А не. Дрин. Скорее всего, это нужно купить по-черному. Блядь, о, апельсины, картопля. Да, вот там. Чик-чирык, бульба. Его всякие нету. Другие стереотипы Беларуси. А ты можешь сломать эти ворота, Артём? А, так. Иди сюда. Пацаны, идите сюда, я нашел отличный колодец. Не, они не ломают. Идите на ярмарку, подойдите к коню. Да. Пристрелите коня, давай. Все говорят, да вы купите коня. Да, все это говорят, вот, смотри, а вы... Вот по-твоему колодец, типа набирают воду, нет? Набирают асфальт. Хера себе, блядь. Вообще классно. Экономно. Ага, вот посмотри, асфальт набирают. Да, на свой набирают. Смотрите, там кто-то не дописал. А где конь? Где конь? Ты слепой или да? Да. Да. Глянь, там кто-то не дописал суси. Так как? Где? А вот, блядь, конь, долбоёб. Там ты такой. Так чё вы не сказали, что он не живой? Ладно, напой. Ты живой, думал, блядь, живой конь? Живой. Я бы что пристрелил. Что тут хантеры, блядь, делают военные? А то, что и ты тут. Ну, видишь, тут никто колодца, этого не видишь, знает. Тут колодца на свай вытаскивают. Вот, они пришли разбираться. Так, давайте зайдем в дверь, которая... Ой, где и когда должен был... На пацаны, свой. Вы идиоты, идите сюда. Чё? Да мы два долбоёба. Да я понял, но вы не туда пошли. Вот он я, вот он я, вот он я. Да. Всё, идёмте. Да мы туда и шли уже. И? Ну и. Сейчас, стойте, мне кое-что стало интересно. Во, видите? Я умный, хера, мы тупые. Хераси. Постреляй. Ебать, хрест. А в кого? В коробку, дебил. Ну ладно. Вот тебе патроны, долбоёб. Постреляй. А, не стреляй. О, церковь, помолимся. Окей, я тут домолился. Two evil eyes. Блять, это... Ёб твою мать! Кто дабстеп включил, кто басы подкрутил? Всем да, понравилось. Соседи на этаж выше Моргенштрен... Моргенштрен... Да, Моргенпука. Да. Моргеншпрека. Пука. А куда? What happened to the city? Ох, флексит, дерево флексит, смотрите. Wake up, самурай! Где флексит? Да вот там ебать. Дерево флексит, посмотри на него, вот он прям скоропостижно... Ой, короче, добавим, а когда мы туда, типа, вид... церковь пойти, так сразу прогрессивная молодежь жестко надымила полную площадь аж. Да. Да, видите, насваиваем, как всегда. Ух, это молодежь. Так и знал, надо было администрацию про насвай писать.
Ну уже приехали. Погоди, Богдан, там где-то была эта дверь с надписью соси. Ой, сам. Соси. Да, соси пока стоишь. Соси пока есть. Ну. Так, короче, в том месте... Я умный! Гляньте на меня! Я знаю, я что ты дом. Я что-то открыл. Пацаны! Я слышу, это чик-чик. Я подумал, ты те уже все обрубили. Электричество. Пацаны, блядь! Да, пацаны, зайдите в дверь там, где надпись соси. А то мне что-то без вас страшно. Ой, блядь. Нету этого, Юликса. Я знаю. Где надпись-то? Где надпись? Говори, Бэйн. На стене, блядь. S.O.S. Точка, и там надо было дописать и точка. Соси. Кринчот вначале не нужно было написать пи. О, Артём, привет. Куда вы делись? А там, короче, боть. Ты где? А, я не могу отсюда выбраться. Короче, как вот эта церковь, в которой двери такие еще стеклянные. И там писюн нарисован. Короче, типа на Е и присоединяешься. Вот где мы будем. Присоединись. Короче, смотри, вот подойди к коню. Вот сейчас я подойду к коню. Ты именно с внутренней стороны, скажем так, квартала. Со внутренней стороны коня? Странные у вас там в коне комнаты. Да успокойся ну ты. Вот, я у коня. Ну, короче, ты от тебя сзади с какой... Ты от него с какой стороны стоишь? Я вижу его жопу. Жопу? Да. Значит, тебе надо повернуться направо и пойти ровно. И там, типа, такое будет большое здание, как церковь. Короче, церковь это... свидетелей Собянина. Да, и там будет написано соси, ну только без и. О, соси. Да. По слогам. И стеклянные две, а вот все. Все отлично, пошли. Погнали сюда. Мне не, я там... король этого унитаза. Ебать, пацаны, давайте в КС-ку зарубимся. А говно твоя КС, погнали в Сыч. Да, ну, ребят, ну куда вы пошли? Давайте в Сидж. Я скачиваю Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Скачивай Майнкрафт. Опа. Дорогу педагогу. Да, дорогу в... Магон. Блядь, ёб твою мать! Здорово. Богдан, сука! Я, блядь, смотрю в темноту, ты долбоёб убивает. Привет. Фонарики, для чего придумали? Так я, сука, с фонариком был. А из темноты? Брянёк! Артём, блядь! Досточки есть, ломай! Да ты слепошарый! Так они пробиваются. Вот эти досточки! Пацаны, я застрял. А, нет, я не застрял, я в подвал прошёл. Блядь, пацаны, сука. Блядь, пацаны, пацаны, вот на лестницу иди, на лестницу иди. Че? Лестницы. Блять, вы дебилы. Вот ты другой. А, горит, потёр? Вот сюда на лестницу идёшь, вот в эту дырку проскальзываешь. Вот на эту лестницу ты... идёшь, в дырку. Да вот я, Трики, обернись, вот баррикада такая. А, ну, вход, это вот ты меня. Тут? Смотри, вот на эту лестницу идёшь и запрыгиваешь. Ну можно и так, всё, пошли. Я застрял! Просто понимаешь, я тут прохожу, вот вижу подвал, есть такой смелый, тут начинает играть какая-то композиция этих. Бля, я застрял, вы дальше без меня. Митховина. Опа. Ой, ебать. Мужики дикий хотели, хатбас. Передохли от же. Опа. It all блядь. Happened in a matter of seconds. We barely had time to barricade the internet before it... Ну, короче, они баррикадировались от школьников, которые сёшками своими задымили. Ага. Да, на своем накурились и на них напали. Всё понял. Где ты, блядь, эту записку увидел? Ну, тут, короче, пол светится. Ура! Это не растяжка. Я залез в канализейшн, теперь я снимаюсь. Какой канализейшн? Ты о чем, больной? Да там есть люк в канализацию. Блять, пацаны, тут Пеннивайз. Блять, Артёмка, сука. А куда? А, я понял. А где? А короче, там будет типа как такой люк, вот Артём, вруби фонарик. Левом боку, ну типа. Вруби фонарик. Вот где мы были, но типа...
Окей, я люка не увидел, но я куда-то провалился. О, молодец. А ты фонарик включи. Все, побежали. Окей, let's go. Ебать вы маленькие, блядь, я как по гробу. Сам маленький, я тебе с дробовика еще лицо прополощу. Ой, еще хардбасс. Делать нормальные лестницы, не делать гребаные телепорты. Ваги лет. Аги-ваги. Уже. Да, Гитлер спустя 12 лет. Офигеть. Нашему Хаги-ваги. Ваги уже 1000 лет, да. 1000 лет. Да, Шелли и Кольт, это матч на Вебро. Смотреть. А вы знаете, что Нави играет? Меми. А, ребят, двери пацаны в замке. Школьников отрубили. Кайфуем. Ребят, двери в замке. Двери в замок. Ну нафиг замки. Да там есть двери, напоминающие дверь в замок. Войдите. Артём. Да. А вы эти? В дверь. Короче, слева от той двери, в которую мы входили, в которую Богдан последний пришел. А. Слева от нее есть это проход. Я понял, все. Два раза не повторяй. Я на третий раз услышу. Два раза. Артём, обернись. Только на третий. А так да. Обернуться, ну обернулся и шо? Наверх посмотри, блядь. Ну наверх посмотрел. А, ну здорово. Вот он, блядь, клоунит на... На крыльях ночи. Блядь, мне мама написала. Опа! Зомби-бомж! Где зомби-бомж? Пацаны! Это паук? Хаги-маги! Офигеть, мне вырубил хаги-маги, который мы пищали. У тебя дробовик есть, а у меня ни хрена. Я не все равно, у меня патрон нету. А, ну. Офигеть. Блять. Опа. Привет, да я к тебе пойду. Понял. Короче, мне скучно. А, его нельзя отбить. Офигеть. Это страшно. Да пофиг. На нас сейчас это хаги-ваги. У меня лайфхак есть. Все, мне хорошо. Мне весело, я зарубил звук, буду сейчас как Doom Slayer. Да, как Doom Slayer, включишь музыку из Doom, у тебя тут же эти черти начнут сраку драть. О, арбузик. Забираю с собой. Слушай, ты арбузик не понравился? Вот, ешь. А не армянин. Ему понравился его... арбузик! Так я его забрал, дебил! Придурок, ему понравился. Ходя, ты живой? Да. Конечно, ебать тебя хаги-маги уебал. Не заметил. Я приохуел там немножечко. Приветствую, клоун. Ёбал, not survive. Ну, блядь, песня. Давай, вруби опять Джеффа, давай, я хочу посмотреть на его рожу. Что там мне это? От кареса. Блин. Что там? Что там мне это напоминает, Богдан? Не могу вспомнить, что именно. Ладно. Грубый говна. Не, мне весело, я играю без звука, мне весело. Давайте на второй этаж пройдемте, если на первом, что ли. Давайте в туалет. О, Team Deathmatch, Team Deathmatch, Team Deathmatch, только мне тут текстурки лопнули, плевать. Team Deathmatch. Ладно, все, пройдемте дальше на второй этаж. У меня тоже текстурки лопнули. Это Форт Барьер, да. Да, барьер. Да, бильярд. Второй этаж свободен. Блядь, ты даже с отличным звуком говоришь, чёрт не я, ну ты конечно и да. Я сейчас тут двумя наушниками сижу, ору как не знаю, кочегар, которого пчела в жопу ужалила. Ой, бакомната. Блять, сука, ёбаная чёрная. Руку пожать? Ну ладно. Привет, руку пожрать? Да, пожрать. Блять, и тут текстурки лопнули. Да ну везде текстурки лопнули. Что? Как и твои очко после очередного скримера. Да, блядь, дайте мне в спектаторе. Опа, 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 спектатор Team Deathmatch. А, вот у нас уже есть спектатор, давайте. Это босс. Мне кажется, или это как-то слишком неудобно. Можешь, пожалуйста, покинуть комнату? Ладно. Ладно, пошли от него. Какой-то забивной слишком. Какой-то забивной, да. Нам такие не нужны. Кошка, что ты там мяукаешь? Да. А просто, кошка... просто кошка перепулалась. Ты просто ставишь кому-то, у тебя там очко напомнило, интересно. Ну типа. Ой, стекло разбито. Бля, там Евлампий лежит. Так, Артём, беги там твоего этого. Евлампия похоронили.
А, это не в лампе, ты соврал. Это и в лампе. Это не в лампе, ты соврал. В лампе негр. И в лампе негр. Блять, я думал сейчас закрыть дверь, Артёмка, такой, что, блять, охуел был. Ну ещё делать, мы все карты про это. Да, мы все карты прочекали. Вы представляете, это настоящий хаги-ваги. Хаги-ваги. Да. Там в окне есть выход? Нет. Суицидника. Да, Данил. Стойте, а может тут это выход? Да, не выход в окно, это не выход. Блин. Типикал суицидник, би лайк. Опа, я пацаны, хочу... дверь! Где? На первом этаже. О! Какую точно. Дверь? Ой, бать. А, точно, это самая дверь. Не, вы как хотите, я туда не пойду. Пофиг. Блять, а куда вы пошли? Придурки. Да, о, вентиляция. Блять, такое чувство вроде после каждого о! Этого. О, по вентиляции можно спокойно пройти. Богдан, давай, мне это тоже меня. Что-то напоминает. Богдан, что-то мне это тоже напоминает, помнишь? Если фермер вылезет, то автор не любит маму. О, привет. Богдан, тут можно вылезти. Опа, понял, автор не любит маму. Хотя это не скример, он не заорал, поэтому человек спокойный. You never had a chance. Типа мы прям все срали на плохую концовку. Your body is rotting in your mouth. Mouth? How's your? And your soul is in my collection. Come collection. Enter in my property was your big. Что за типа вот это гифки, подожди. And now your brother will pay. Будь. With cum. Это что, типа вот это и гифки? I'm sure you had fun in this game. And this is was the last signal that your to your brain was able to send before death. Хочу, чтобы потом это nice cock. Да, hey bro, nice cock. Где, блядь, херня собачья? Согласен. Хуйня, а не хоррор-карта. Вот скримеров. Побегали. Вот понимаешь, там скримеры сочные были только в первой части. Тут вообще не страшно. Вот-то появилось тысячелетний хаги-ваги, который нас украл свой замок. Зловоние. Поэтому. Я даже... Ребята, это была хорошая катка. Всем пока. Главное, чтобы меня опять не ёбнул скример. Найс кок, бро.